На площади Революции завершили основные ремонтные работы по реставрации памятника воинам-зарайцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. На некоторое время объект был закрыт на ремонт, и сегодня здесь снова горит вечный огонь. Уже в ближайшие выходные возле памятника неизвестному солдату пройдут традиционные памятные мероприятия, посвященные главному празднику – Дню Победы. Этот памятник, он, наверное, один из самых важных, один из самых главных. И задача стояла его полностью отремонтировать. Конечно, мы, когда начинали ремонт этого памятника, то мы думали, что это будет намного быстрее, намного проще и намного дешевле. Потому что мы думали, что мы плитку, которая есть, ее только поднимем, сделаем новый раствор и по новой все это вернем обратно. Но когда мы подняли плитку, мы увидели то, что весь фундамент, он был с песка, с кирпича, и он еще был без цемента, и мы понимали, что плитку нельзя, ее не к чему прикрепить, потому что разрушен весь фундамент. Тогда мы снесли вообще все, сделали каркас, сделали новое армирование, завезли уже капитальный бетон, ну, практически делали с нуля. Да, все, что было, делали с нуля. Ну, на сегодняшний день, можно сказать, завершено. У нас осталось еще отмыть, у нас осталось покрасить еще памятник. Надо до конца закрепить венок. Надо еще немножко герметиком подработать. Сегодня, завтра мы обязательно это доделаем. Возложение венков, цветов, это будет у нас 8 числа. Начнется в 11:20 утра, так что мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам и возложить цветы все вместе. Ольга Желдева, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.